Депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков присоединились к исторической акции «Диктант Победы». Первый зампред написала диктант в Одинцовском лицее номер 6, а ее коллега по думской фракции «Единая Россия» во втором лицее. Всего в Подмосковье работали более 1000 площадок для проведения диктанта Победы в школах, библиотеках, музеях. В акции приняли участие более 70 тысяч человек, среди которых ветераны, школьники, военнослужащие, депутаты всех уровней, а также беженцы из Луганской и Донецкой народных республик. Итоги диктанта Победы подведут в октябре.